А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Молодой человек, а вы кто? Тут хотите с жителем пообщаться? Пальтишки дешевенькие какой-то. Ну да. Еле выживает. А здесь тоже ресторан, помнишь, был грузинский, снесли его. Помнишь, ресторан здесь был? Ой, осторожно, не шлепайтесь. Увидел нас все. Ага, следы путает. Не настройте. Были? Были. У нас фиксировано. А что я отойду? Я здесь живу, я где хочу, там и стою. Что значит не разрешаете? Вы вышли со стройки, мы хотим узнать. Девушка, вы с управы или откуда? Попробуйте. Попробуйте. Затадите, попробуйте, отберите. Ваш друг далеко ушел. Да. Нервничает. Номер-то блатной, 006. Блатный или мера? Он 801-й сел. Да. Значит, точно это машина этих Вованов. Придомовая территория, нормально там? Манипулятор разворачивает. Все люди идут, отходят. А это не ваша машина? Нет. Это тоже не ваша машина, девушка? Нет. Девушка, а вы нас не пропустите? Ну, как неудобно, я так встал, но так там. Нам проехать надо. А
вы кто такой? Почему вы стучитесь в машину? Молодой человек, вы кто такой? А, вон тут синий куртки, он в тот раз был в чоповской одежде. А вы кто такой, молодой человек? А мне вот интересно, кто вы? Вы грозитесь, угрожаете? Вы хоть мы представьте? Ну как вы, судами? Судами? Что-то а, там? В судебном порядке, конечно, не судиться с вами. С нами? А вы кто с а нами я, судиться? Что, со мной судиться? Если я гуляю у себя около дома, со мной судиться надо? Вы кто, что вы собираетесь с нами судиться? Я вот что-то мы? Понять не да. могу. Юристы. Юристы? Откуда? От ГИСа, Синтро. Какие юристы? Юристы чего? Мы борцы за справедливость. За какую? А, у каждого своя справедливость. Я гуляю у себя около дома. На меня в суд собрались подавать. Очень интересно. Это вот как это? А вы здесь живете? Я здесь живу. Вот в этом доме. А вы где живете? Я не здесь живу. Ну вот, а я гуляю. Я здесь по утрам, по вечерам имею право гулять. Конечно. У меня же свободный, вообще-то свободный выбор. Конечно. Хочу гуляю. А какие-то ваши там... Чоповцы вылетают, меня швыряют. Ничего себе. Да. Да что такое было? Было, и вы прекрасно знаете. А вы обратились в соответствующие органы? Конечно. Обратила. Какое решение вынесли? Юридическая поддержка у нас тоже имеется. А какое решение вынесли по факту вашего швыряния? Ну, это было 17 числа, еще нет решения. Еще нет решения? Еще нет решения. А это ваш манипулятор, вы его заказывали? Который здесь хотел проехать по дворовой территории? Это дворовая территория? Знаков нету. А потом как я он вам сюда хочу, заезжает? Вы сейчас видели, как назад он сдавал? Нет, не видели. А я видела. А я видела. И все сняла на камеру. И как он заезжает на пешеходную дорогу, которая вот оттуда идет. А ну, это, для этого есть сотрудники ГИБДД. Ну, а это почему же вы их не вызвали, чтобы дать проект манипулятору? Почему вызвали вас, юристов? Не, ну если вы зафиксировали какое-то правонарушение. Зафиксировали. Я якобы, которая была. Мы все фиксируем. Вы вызвали сотрудников ДПС? Да, вызвали. Сейчас приеду. Вот он там встал, он стоит на Новоесеневском. Он стоит, опять же, неправильно. Там стоять это почему? А как правильно? А вы проехайте там, посмотрите. Если вы, ну... Не, а правильно как стоять? Вот там есть парковка, да. И там есть знак, как там правильно стоять. Если там вы... на знаке написано, как да. правильно стоять. Да, 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 я сейчас сходила, посмотрела, да. Там прям написано словами, да. как правильно стоять. Не словами, а картинкой. Какими картинка. Словами, да. Вы что, не знаете правила дорожного движения? Я у вас спрашиваю, вы просто говорите, как правильно не, ну вы юристы, вы же должны да, все знать. Да, вы же должны понимать, что такое парковка, и как, когда стоит знак, как должна припаркована Нет, быть что машина. Я должен, это ваше субъективное мнение. Я, вы начали говорить, я вас спрашиваю. Пришли, не представляетесь, кто вы такие. Судами грозятся. Что, я хожу, гуляю, на меня в суд подадут. Я тебя в суд подам. Что тут шляешься? Не знаю, что я тут шляюсь. А вы сначала не хотите представиться? А кому? Вы кто ну, такие? Просто, вы кто такие? Вы нет, а кому представляют? Это вы? Нам? Это вы? Нет, не надо. Нет, кому? Нет. Вы как юристы должны знать. Если вы юрист, у вас должно быть удостоверение, правильно? Чего? Если вы юрист, у вас должно быть удостоверение? Это вы откуда взяли? Расскажите, пожалуйста. Не должно. Какой нормативный правовой акт? Подождите, а вы организацию представляете? Какой нормативный вы организацию... правовой акт подождите. Вас сподобил сказать, что у юриста, если человек юрист, вы организацию, вы организацию представляете? Если вы представляете организацию, у вас должно быть удостоверение. Тоже странный товарищ такой, руки в карманах держит. Холодно, что ли? Да сядьте в машину, побрейте. Спасибо за вашу доброту. Пожалуйста. Опять идет. Удостоверения у него не должно быть. Как тебе нравится? Пусть как же вам холодно, бедненькому. А? Шарфик повяжите. В портфельчике деньги несете? Нет, так он не носит деньги. Маленький? Маленький кошелек слишком.
знаю, имеет право здесь находиться? Здрасте! Вы тут надолго к нам? Надолго к нам? Когда будете уезжать? Я же прямо сейчас буду уезжать. Прямо сейчас? Вы знаете, что вы неправильно припарковались? Хорошо. А как вы туда поехали, вот туда? Там никаких знаков нет, что вам разрешено туда проезжать. Девушка, все. Что все? Нет, все. Ну как все? Значит, согласился, что нарушил.